конечно, переполняют. Очень рад, в первую очередь, рад обрадовать всех близких, родных, особенно через своих личных тренеров. Иисуса Эдулбатал и Адама Сайтеева, которые меня тренируют, подталкивают к этому, чтобы побеждал всех своих соперников. Ты победил по ходу турнира Абазгаджи Магомедова. Наверное, на него по-особенному настраивался? Нет, как обычно, на всех соперников, на всех соперников настраиваюсь. Ничего особенного, просто более правильно подошел. Чуть более грамотно, наверное, поборолся. И... Вы до этого боролись? Да, уже четвертая схватка. Я ему 3 раза проиграл. Но это схватки равные были, но все равно рад, что смог выиграть. Сильно хочешь пить? Да, вообще сильно. Рот высел, вообще разговаривать не могу. Еще на несколько минут кислород теперь есть, да, чтобы поговорить. Сегодняшний финалист, Тушин Дулгатулембилек, знал о нем что-нибудь? Ну, я смотрел его схватки, он призер, 2 раза призером чемпионата мира стал. Ну, хороший такой, крепкий соперник был. Поэтому в первом периоде пришлось растаскать, и во втором уже более лучше себя чувствовал, и соперник такой чуть уже разошелся. После первого периода всего лишь 2-0 было. Тренер что сказал? Тренер говорил мне не останавливаться, бороться, а 2 балла это очень маленький счет. Вопрос не к тему. Кто выиграл? Шириев или Жирбаев? Шерманов Руслан. Ну, я болею за Шириева, а так хорошая схватка. Интересная схватка. Оба хорошие. И Налбек Шириев вчера хороших соперников убрал. Курбана Ширяева, потом Исраила Касумова. Ну, интересная схватка будет. Ну, как считаешь, кто выиграет? Процентом отношений? 50-50, 70-30. По правилам процентов говорить не буду. Болею за Шириева, а так сказать. 51 на 49 в пользу Шириева он имеет в виду. Да, да.